Наконец-то, да? Наконец-то я распаковал, все, да. Нового года, да, или когда там, после Нового года. Ну, когда уже Тронспорт? Вот, мы их две, собственно, кто видел, да? Кто первый раз, вот на канале, вот мы их две будем, значит, сегодня распаковывать, парить. И одну из них разыграем, а одна из них, собственно, уйдет моему другу. Уж очень он хочет колонку, говорит, Илюха, я у тебя любую возьму, хорошую, вот сейчас проверим, хорошая или нет. Но, собственно, я в Тронспорт не сомневаюсь, потому что у меня вот так... Чехол. Алло, помните, да, этот обзор? Это чехол, это не просто плод. Вот. Начиналось все у меня с Т2. Помните, две штучки было, да? То есть, вообще, помню, я самый первый на русском ютубе распаковал Тронспорт, если я не ошибаюсь. Вот, Т6. Это у нас Т7, собственно, да, вы видите? Это у нас Т6. Да, убийца была вообще капитальная. Потом было Т6+, потом Upgrade Edition. То есть вот они, вот такие, собственно, колоночки. Мы сейчас их поставим рядом и будем даже сравнивать, что прошло там через 3-4 года, значит, после того, когда они выпустили. Сегодня же мы будем с вами распаковывать Т7. Ну, они абсолютно одинаковые. Зачем бралось две? Для того, чтобы их парить, чтобы проверить, как они звучат, значит, в паре. Потому что они, ну, ТВСятся, они как True Wireless, да, то есть... Два канала. А? Ради этого, собственно, канал я создавал, чтобы вот так делать. А, так, значит, что у нас эти колонки могут? Значит, здесь есть у нас Extraordinary Stereo Sound. То есть они, скорее всего, как и Т6 Upgrade Edition, они с двух сторон. Значит, у них 360, да, получается. Well, это кольцо, значит, громкости. IPX7 Waterproof. То есть они защищенные, то есть их можно в воду бросать. Значит, Type-C кабель. Да, есть еще и веревочка, все дела. И вот тут такие счастливые люди пьют квас, наверное, да. Ну, ни в коем случае не алкоголь. Это на квас, да. Так, Surround Technology, все дела. Ну, давайте смотреть. Все это хорошо написано. Коробки, кстати, в тех же самых цветах, да? Белый, бело-фиолетовый. Вот еще колонка тоже. Вон, прозунь туда. Вон, ну, Тронспорт тоже здоровенная. Это Т6 Max, по-моему, как-то она называлась тоже. Ух, мощная колонка. Так, значит, все упаковано в том же самом стиле, что и было. И бэм! Слушайте, прям классно то, что... Сейчас объясню, сейчас вы будете, а что классно, а что было до этого, сейчас расскажу. А, ну здесь все педали, собственно, здесь и ничего и особо-то и не надобно, да? Так, все, убираем в стороночку. Ой, ну провод там снизу, да, проводки, все дела, то есть, ну Type-C, естественно. Вот, давайте и вторую тоже достанем. Как у бывших, нет? Так, ширк, уберем это все. Так, значит, вот они чем отличаются. Вот смотрите, это 6, 6 плюс, и, собственно, это у нас семерка. Похоже на термос. На термос, да, похоже. Чего я говорю, что классно, что закрыто? Да потому что здесь пассивник, он у нас, видите, какой. То есть можно было ткнуть, как-то повредить, то есть, ну, он у нас двигается вот так вот, да. И здесь такая же история, да, вы видите, да? Вот. Они... Собственно, точно так же прорезинены, что это, здесь, кстати, более мягкий, посмотри, видишь, посмотри, она как будто бы малость пружинит, здесь более жесткая резина, значит, здесь у нас сразу же шнурочек, на который можно цеплять там велосипед, на велосипеде, наверное, мотаться и тому подобное, здесь органы у нас управления, то есть здесь у нас спаривание, включение, значит, плей-пауза, и здесь у нас вот под такой заглушкой поддержка TF-карты, то есть можно не по Bluetooth, а заткнуть туда карточку свою и, собственно, проигрывать. Это, опять же, увеличит время работы, потому что если мы отсюда играем, это будет меньше затрачивать энергии, чем по Bluetooth. И Type-C у нас здесь для зарядки. Собственно, во, вот это здесь, ну, было клево. Здесь, так, здесь прям четко вон. Да. Кличка открылась. Такс, значит, ага, включаем. Просто одним нажатием, либо зажатием. Зажатием, скорее всего. О, заморгало. Знакомые звуки, да? Так. Ну что, подрубаем. Прям интересно. Я хочу послушать, как одна сейчас звучит, а потом уже, собственно, с вами заценим, как звучат у нас они у пары. О, как хорошо басит, а? Вот о чем они написали, что трехмерка, потому что с разных сторон звучит
Пока. Слышите, сейчас забивает это самое звучание. Вибрация аж по столу хорошая идет. То есть басу. Здесь вот прям чувствуется, прям бас вот отрабатывает пассивка. Ликеровка. Так, на драмурике хорошо. Но я ж не я ж, если я ж не я ж, да? О, кстати, сейчас, знаете, что заценим? У моего, значит, дружбана Наиля вышел новый трек. Сейчас. Я тебе сделаю, Наиль, бесплатно тебе, значит. У них, кстати, концерт будет. Вот. Сейчас. Все педали. Сейчас вам поставлю новый тручок. Офигенный. Посмотрите клип. Там ржачный. Ох, как хорошо звучит она, блин. Максимум, да? Ага. Ну, с Ютуба, да. Я вообще-то колонку тестирую. Ну, прикольный, прикольный клипак. Сейчас. Я не буду спойлерить, посмотрите, перейдите. Очень советую к пацанам на концерт сходить. Это ребята, кто Рок Привет, у них еще свой есть этот самый второй, значит, проект, это называется Nail Sherry. Очень советую. Пацаны, как вот на записях, так же и вживую работают, братва. Без дураков, фигни вам никогда не посоветую. Это вот такие дружбаны мои. Так, а вот теперь, Кася, а давай, Кася, туда, Кася. Сейчас мы их то же самое, но только мы с вами послушаем с двух, как говорится. По-македонски, да, с двух рук. Так. Они типа должны стереопару, да? Хлопнуть. Хлопнуть. Знаешь такое слово хлопнуть? Или только я один знаю слово хлопка? Кто? Напишите, кстати, в комментах, кто не знает слово хлопка. Что я знаю? Да, и что оно значит? Так, необходимо приложение. Пишет. Давай скачаем. Найдена новая еще прошивка. Посмотрите-ка. Обновить. Ну давайте, да, обновим. Размер 0,7 мегабайта. Да это же вообще сейчас должно быстро скачаться. О! Слушайте, мы сейчас их еще и обновим. Может быть, тут прошивкой что-то еще они пофиксят. Установка. Зашибись. То есть у них уже есть свое приложение. Это зашибись. То есть отсюда вы еще можете, собственно, управлять тунг делать, да, этими колонками. Это они молодцы. Это прям красавчики. Установка. А, я думал, установка, надо было нажать установка. Ну, сейчас они, собственно, эти колонки прошиются. Вот, уже 4-5%. И сейчас с вами посмотрим. Ну, не буду же делать, да, задел. Или вот так посидим просто, да? Что делать? Ладно, ладно. Монтаж сейчас обновится. Так, значит, у нас в приложухе здесь есть эквалайзер, то есть саундпульс классический, настроить можно камень какой-то, ну, то есть вот у нас эквализация, это клево, то есть приложухи можно сделать по умолчанию, то есть здесь, опять же, ну, по звучанию, ну, братва, я не знаю, это... То есть стереофоническое звучание такое. Здесь опять же можно вот эту клавишу нажать.
и уже звучание будет... Блин, какой кайф, а? Ну, в общем, еще раз говорю, пацаны, я ссылку даже оставлю на Илью, значит, вот, вообще супер. Без дураков. Так, Наильчика послушали. Давайте я сейчас что-нибудь все-таки такое басево-драм-н-бейсное еще раз поставлю. Соседи, решитесь подумать. Соседи, до свидания называется песня. Вот она. Вот она прям называется. Та-та-та-та, вот так вот делает. Он прям под музыку. Ру-та-та-та-та-та, ру-та-та-та. Поняли, да, насколько они вибрируют? Слушайте. Не, ну круто. Мне нравится, братва. Хорошие колонки, серьезно, без дурачков. Точно, это не для металла такого точно, потому что кашируется, в кашу превращается звучание. Так, а они обе ведущие, то есть любой Нет, да, можно послушать, конечно, но соседи вам, как говорится, сало не скажут. Ладно, вот Помните, да, Киркорова, третий альбом, я же вам говорил, или не помните? Молодец, молодец, Киркоров. Ну, вот у него были. Сейчас что, ласточка моя, ты там, зайчик, что-то. Ну, что-то, даже я слов не запомню. Здесь, ну, запоминающиеся мелодии вот эти знаменитые его.
Нормас, хорошо звучит. Слушайте, их нужно парой покупать прям. Не, в том плане, что если вы купите одну, вы не обломитесь, но с двумя прям вообще зачет. Молодец, эти. А хочешь? Ну давайте сравним. Сейчас мы сравним Т6, вот это вот. И, собственно, блин, она тяжелее даже, чем Т6. Тут, видимо, аккумчик побольше. Ладно, отключаем одну. Пошла такая пьянка, лишь последний огурец, да, как говорится? Если только батарейка. Молись, чтобы она работала. Вот, разряда не было сколько, офигеть. Года 2. Нихера себе. Ну я молилась просто. А, да? На ночь? Да. Да что за в гостях у сказки сейчас было? Все село, блин. Только хотел сказать, что она... Ну, я думаю, кусочек вы услышали. Ну, извините, она 3 или 2 года стояла просто так, увы. Ну, прям отчетливо слышно, что здесь и верха лучше, и все лучше. То есть, ну, подтянули они, да. Надо изредка заряжать их, блин. Все-таки, ну сколько она то, стояла? Что она сейчас включилась, да, это вообще, вообще... Ну, нонсенс, ладно, потом уберу. Ну, короче, выход как вывод какой? Это как этот прям System of a Down, да? Поехало бузло. Не, хорошо, хорошо звучит она. Классно, прямо. Короче, ребят, хорошая колоночка, да. Видимо, она должна была подождать. Собственно, 2 месяца, пока я до нее доберусь. Вот, потому что уже, ну, Свен тоже хорошие, отличные колонки, не спорю. Там вообще 2 мастодонта, я считаю, у меня вот из доступных колонок. Это вот Тронсмарт, это самые первые колонки, которые портативные такие вот были у меня. Это и Т2, и Т4, и Т6, и Т6 плюс. Вон она, Тронсмарт. Я не вижу отсюда. А, вот это, да, мега тоже была, вот. Вот, то есть, ну, короче, да, тут дофига. У меня Тронсмарт, это прям одна из моих любимых контор, которая выпускает, значит, портативную недорогую акустику. Вот, и, собственно, так же, как и Свен. Но я что могу сказать? Если брать уж так, то брать нужно 2, чтобы у тебя было хорошее стереофоническое звучание, и это будет прям шуба-дуба. Это прям вот сейчас я кайфанул от этого звучания. Если даже ты одну возьмешь, то не обломишься. В принципе, если тебе там велосипед куда-то там, на велосипеде, на шашлыки, то есть она, кстати, тяжелее. Она откровенно тяжелее, чем предыдущая. Это прям такая легонькая, это увесистая. И даже Т6, вот это вот, она, казалось бы, больше, но вот она прям тяжелее. Такое ощущение, что здесь все-таки портативность у нее за счет усиленного аккумулятора выше. Мне понравилось то, что, во-первых, здесь есть поддержка, значит, карты. Вот тут то, что я показал, да, можно ТФ зафигачить сюда. Есть приложение, через которое можно, опять же, регулировать, то есть пары создавать, там, эквализация, все дела.
Классно все сделано, никаких люфтов, ничего. Закрытый у нас, значит, пассивный излучатель. Все так же тканевая. То, что она защищена от влаги, я проверять это, конечно, не буду, потому что одну мне разыгрывать, другую мне, собственно, человеку нужно будет отдавать, да? Но факт остается фактом. Tronsmart как делали, скажем, апгрейд каждый раз, делают хорошо. То есть эта колонка, я считаю, заслуженно стоит своих бабок. Звучит она отлично. А если в паре, так вообще закачаешься. Что думаете вы, стоит она или нет? Пишите в комментах под этим видео. Мое же мнение такое, что Tronsmart как были и делали хорошие колонки, так и остались. То есть ничего не поменялось в течение там 5 лет уже получается, да? Где-то с года 2017, там 16 я их обозреваю. 17, да? Ну вот, пацаны, 5 лет прошло, они как годноту делали, так и делают. Молодцы. Про конкурс я сказал, комментарий и быть подписанным нужно, да? Что ты думаешь про эту колонку? Может, она тебе не понравилась? Может, напиши, скажу: ой, Илюха, что ты? Всё? У меня вот JBL есть. Есть фанаты JBL, пожалуйста. Вот. Нет, я тебе не отдам, сиди со своей JBL, не выиграет он. А вот те, кому нужна она, нет, я шучу, конечно. Нет, ты можешь написать, что оно нравится или не нравится, мы за честность здесь. То есть вы можете спокойно сами свое мнение излагать, как говорится, да, я лишь вам свое. Вы можете свое высказаться, да, никто вам не запрещает. Может, он реально звук этот не зашел. Вот, но все равно даже если тебе, только напиши, что мне не надо. А тут тебе и не зашло, и ты выиграешь. Ну, как бы лучше ждать тем, кто, как говорится, это... Выиграть тем, кому нужна эта колоночка. Все, вот, комментарий и быть подписанным, значит, на этот. Лайк ты можешь не ставить, это по барабану, то есть мне это все равно. Все, удачи вам в конкурсе, я свое мнение о колонке сказал. Как-то так, пока. Слушай, я знаю, что ты делаешь. Че? Ты вот это разыграешь, да? Так. А звуку отдашь, да? Ну, нужно отдать. Отдашь, да? Ну, я сейчас думаю, что что-то тебе тоже отдать. А какой ты получатель, я понесла? Нужно отдать хотя бы одну кусок. Какую тебе Т6? Голубого! Кот, блин, Т6 Upgrade Edition? Так посылай, как все, не буду бежать. Кот! Посылай, я сказал, не сувай, ты не...